Инструкция для открытия депозитного счета. Для открытия банковского вклада или депозита физическим лицам необходимо представить заявление на открытие счета, в котором указываются фамилия, имя, отчество вкладчика по паспорту, дата и место рождения, гражданство, полный адрес места жительства, номер телефона, сведения о документе, удостоверяющем личность, место работы и род занятий, цель и предполагаемый характер деловых отношений с банком, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в Кыргызской республике, другие сведения по усмотрению банка. Документ, удостоверяющий личность клиента, предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия, карточку образцов подписей с образцом подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, если такие полномочия передаются третьим лицам. Следующий этап предусматривает, что после заключения договора с клиентом банк обязан выдать ему вкладной документ, оформляемый на имя вкладчика, который удостоверяет, что клиент имеет право требовать у банка внесенную на депозит сумму, а также сумму процентов по нему. Вкладной документ состоит из сберегательного сертификата, сберегательной книжки, договора или других документов, утвержденных банком. К сведению вкладчиков, каждый банк самостоятельно устанавливает порядок работы с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам, депозитам. Но при этом во внутренних документах банка должны быть отражены порядок открытия счетов по банковским вкладам, то есть депозита или вклада, условия распоряжения денежными средствами, размещенными на этом депозите, порядок выплаты денежных средств и начисленных процентов, права клиента и обязательства банка перед ним, порядок закрытия депозита, порядок хранения информации в банке и так далее. Процедура идентификации и изучения банками своих клиентов. Дополнительную информацию смотрите в приложении 1 «Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам, депозитам» от 31 октября 2012 года, номер 41/12.